магазине одна кастрюля без крышки, кстати, стоит 2500 рублей. Сегодня на нашем телеканале уникальное предложение. 4990 рублей. Цена за 12 предметов. Что мы предлагаем? Мы предлагаем 4 кастрюли, сотейник и сковородка с высоким дном. Дорогие мои друзья, это высокопрочная сталь. Плюс мы предлагаем каждому предмету свою отдельную крышку. Ну и сейчас мы поговорим подробнее, расскажем размеры, параметры, тот материал, из которого изготовлены наши кастрюли. Ну, во-первых, сразу же хочу сказать, что я чувствую, что это действительно хорошая кастрюля, я чувствую по весу. Знаешь, бывает иногда такое, знаешь, как из фольги, такие вот легкие кастрюли, которые даже держишь в руке и не понимаешь, что это кастрюля. Вот дешевые, знаешь, из дешевого материала. Да, на самом деле, один из основных аспектов этого набора, обратите внимание, это дно. Толстое дно, посмотрите. Итак, мы вам продемонстрируем толщину дна. То есть дно у наших кастрюль начинается вот здесь. Вот я сейчас вам как раз покажу. Не с самого низу, а вот оно. То есть вот здесь вот начинается дно. И толщина для сравнения, посмотрите, почти в 2 пальца. Это 2-сантиметровое, 9-слойное капсульное дно. Мы видим бренд Zeidan. Один из наших немецких поставщиков, который постоянно с нами работает и позволяет нашему телемагазину предлагать вам только самые лучшие, только самые вкусные и сочные предложения. Это немцы, да? Это немцы. Я доверяю немецкому качеству. Да, итак, нержавеющая сталь. То есть, если бы это было просто толстое, не 9-слойное дно, например, это если бы просто было 2 сантиметра стали, вы очень долго бы ждали нагрев этой кастрюли. Но немцы продумали заранее, и для того, чтобы ускорить процесс нагревания, они сделали между вот этими 9 слоями прослойку из капсулированного алюминия, который равномерно распределяет по всей поверхности температуру и прогревает нашу кастрюлю гораздо быстрее. Но это еще не все. Мы не просто называем это 9-слойным дном, мы его называем energy saver, то есть энергосберегающее дно. А что это значит? Это как раз таки за... Не говори таких слов, да, по-русски. Мы тебя не понимаем, да. Это значит, что на этой посуде вы будете плиту выключать гораздо раньше. То есть она сохраняет... Это и эффект, она доготавливает. Эффект томления, то есть, да, мы получаем, то есть все мы знаем, что щи, борщи вкусные на следующий день. Даже есть куча анекдотов про вчерашний борщ. Поэтому мы, как правило, получаем вот тот насыщенный вкус на следующий день. Здесь же с этой посудой, благодаря вот этому эффекту томления, вы получаете тот самый вкус в самый первый день. Потрясающе! Тот самый вкус, самые первые деньги. Напоминаю, что наша посуда выполнена из высококачественной, высокопрочной стали. Немецкий дизайн, немецкий бренд, немецкое качество. 12 предметов. Обратите внимание на цену. Цена за 12 предметов 4990 рублей. Потрясающе! Сегодня наша выгода, сегодня наш дисконт. Те деньги, которые остаются у нас, 5000 рублей, потому что старая цена почти в 10000 рублей на набор кухонной посуды. Посуды не действуют. Кстати, между прочим, вот таким вот набором кухонной посуды можно полностью удовлетворить свою потребность в кухонной утвари. Я считаю, что в принципе больше ничего не нужно. Все есть. 4 кастрюли разного размера, так, разного диаметра. Размера. Давай расскажем. Итак, сотейник, который вот сейчас у Оксаны в руках, это сотейник объемом 2,1 литра. Дальше у нас есть вот такая вот кастрюлька, которая тоже 2,1 литра. Далее у нас 3-литровая кастрюля, 4-литровая кастрюля и самая большая, самая главная, вот такая кастрюля 6,3 литра. Но самое главное, что помимо этих кастрюль вы еще получаете в подарок 6 крыжек ко всем этим кастрюлям. Ты знаешь, вот фишка этих крышек в чем отличается? Чем? Вот ты когда дома снимаешь вот запотевшую вот такую вот крышку с кастрюли, ты ее вот так вот кладешь? Да. Она потом вот так вот на бок раз, и соответственно, все с нее скатывается. Да. Ладно, если это конденсат, это чистая вода. А если это томатный соус, он раз и на столе. Да. С нашими крышками такого не происходит, потому что, посмотрите, у нас плоская ручка. Вы можете запросто вот так вот крышку положить. Вам не нужно покупать дополнительные какие-то подставки для крышек, которые сейчас в интернете продаются. Вот, достаточно просто перевернуть ее вот так вот вверх ногами, и все стекает к середине крышки. Вы не пачкаете. Мы в первую очередь заботимся о том, чтобы вы как можно меньше тратили время не только на приготовление, но и на уборку.
Да, действительно, немцев я обожаю. Вот они умеют, ты знаешь, вот к мелочам они вот подходят очень-очень серьезно. Кстати, на самом деле, если мы говорим сейчас о качестве, то мы, конечно же, провели маркетинговое исследование, посмотрели в интернете, сколько стоят подобные наборы. Мы были, честно говоря, приятно удивлены нашими ценами. Давайте посмотрим. Здесь 460 рублей, почти 11 тысяч, набор из 4 предметов. Вот еще набор из 4 предметов. Все наборы из 4 предметов, причем, а нет, вот 10 предметов последний набор, но он и стоит уже, соответственно, 23 тысячи. Дорогие друзья, сегодня на нашем телеканале уникальная, беспрецедентная акция. Набор посуды, немецкое качество, немецкий дизайн. Из 12 предметов 4 кастрюли, 4 крышки, сковорода и сотейник тоже с крышками. 12 предметов по цене 4990 рублей. Цена продержится до конца этого эфира. Успейте приобрести прямо сейчас. Посуда действительно уникальная, потрясающего качества. Я себе домой уже заказала, потому что стыдно признаться, но у меня были даже кастрюли, которым 20 лет, которые мне дарили на рождение ребенка. Честно тебе скажу. И я сегодня была очень рада приобрести вот такой себе набор кастрюль, потому что действительно выбрасываю все старое и начинаю жизнь с чистого листа, с новой посуды. А посуда у нас действительно уникальная. Я смотрю, что ты сейчас что-то готовишь, наши сковородки. Причем, объясни мне, пожалуйста, почему ничего не пригорает? Потому что здесь антипригарное вот то дно, о котором я говорю. А почему ко многим сковородкам все прилипает? Во-первых, металл. Вот у многих есть сковородки, которые сделаны из алюминия. К алюминиевой посуде все пригорает, все прилипает. Алюминий сам по себе материал пористый. Вот, то есть он имеет такие небольшие ямочки. У нас же полированная до зеркального блеска, нержавеющая, высоколегированная сталь, которая равномерно распределяет по всей поверхности тепло. То есть у нас нет пустых таких темных пятен, где в одном месте жарится, а в другом тушится. Благодаря равномерному нагреву у нас влага испаряется из продукта, который мы готовим, быстрее, чем выделяется. То есть, соответственно, у нас продукт, если мы не хотим, он тушиться не будет. Если мы хотим его жарить, значит, он будет жариться. Посмотрите, вот то, о чем я говорил. То есть мы сможем и потушить, и мы сможем при желании получить вот такую же золотистую корочку, как ты сейчас сделал, да? Можем запросто потушить, потому что в комплекте у нас к нашей кастрюле идет и сковородка. А благодаря высокому борту в 6,5 сантиметров вы можете запросто в этой сковороде готовить любое соусное блюдо. Варить даже можно в сковороде. Варить? А вот, кстати, ты не просто пошутила. Я не пошутила, оказывается. На самом деле мы можем варить, потому что, смотрите, самые длинные макаронные изделия – это спагетти. Они как раз по длине вот так вот помещаются. Да. То есть мы можем запросто налить сюда воды, дождаться закипания. А закипание происходит на этой посуде гораздо быстрее. И, соответственно, сварить макароны любые. Можно запросто сварить здесь пельмени, вареники. То есть любой продукт, который требует большого количества жидкости. А потушить вы можете благодаря вот такой вот крышке, которая тоже идет в комплекте. А вот мне хочется крышки рассмотреть подробнее, потому что я смотрю, ну, во-первых, мне очень нравится, когда крышка стеклянная, потому что мы можем таким образом наблюдать за приготовлением пищи, контролировать этот процесс. И мне очень нравится вот эта вот дырочка. Что это за дырочка такая? Это, я так понимаю, по воздухоотвод или пароотвод? Это пароотвод, да? Который позволяет. Вот смотри, у нас сейчас крышка. Я вижу, что вот кастрюля а я обычно, когда мне кипит, я делаю но при вот всем так при вот. Этом, да. Да. А иногда она еще так предательски сползает. Да. Вот. Но при всем при этом, обратите внимание, что суп у нас кипит, а крышка не подпрыгивает вот так вот, как это обычно происходит. Потому что в наших крышках есть пароотвод. Потому что наши крышки, кстати, имеют ободок из такой же нержавеющей стали, как и сами кастрюли. Пароотвод. Но самое главное, посмотрите, какие удобные ручки. Ручки у наших крышек, посмотрите, как перевернутая трапеция. То есть это сделано для того, чтобы можно было удобно брать. Никаких вот этих советских лайфхаков, когда мы вставляем пробку в крышку. Подожди, чтобы не обжечься. У тебя здесь все кипит, а ты берешь спокойно за крышку, да, и за ручки. Да. Ты что, вот, терминатор, смотри. Тём? Да. А ну-ка, дай-ка я попробую. Не действительно, не нагреваются. Посмотрите, кипит внутри, кипят овощи, кипят внутри, у нас кипит суп, мы готовим, но при этом у нас не нагревается не только крышка.
ручки, у нас не нагреваются и сами ручки. Фантастика, дорогие друзья, сегодня набор посуды за 4990 может приобрести каждый из вас, кто позвонит прямо сейчас. Я напоминаю, что у нас ограниченное количество. Набор пользуется невероятной популярностью. Мне сейчас подсказывают из колл-центра, что наборы становятся все меньше и меньше. Дорогие друзья, я боюсь, что просто до конца программы не хватит на всех, потому что, конечно, в преддверии 8 марта это потрясающе. Лучший подарок вашей жене, вашей маме, вашим родным и близким. Позвоните, воспользуйтесь таким случаем. Успейте заказать, успейте приобрести прямо сейчас. 4990 рублей – это потрясающая цена за немецкое качество.